Здравствуйте, уважаемые посетители интернет-магазина Шаратойс. Хотим представить вашему вниманию вот такой вот внедорожник на радиоуправлении. Видите, здесь сидит солдат. Пулемет двигается влево-вправо. Колеса машины очень большие, с крупным протектором, как можете видеть. То есть проходимость у машины будет хорошая. Работает машинка от аккумулятора 4,8 вольта 700 миллиампер. Заряжается при помощи вот такого вот зарядного устройства, как вы видите. Пульт работает от батарейки типа Крона. Вот. Ну, в принципе, модель довольно-таки интересная, крупная. Длина машины 29 сантиметров. Вот. Ну, такой легкий разгон сделаем.